И снова всем привет, друзья! С вами развлекательный канал S&G. Меня зовут Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру тренера в игре FIFA 14 за Ливерпуль. Матч против Байера из Ливеркузина. Играет у нас сегодня резерв. Почему? Потому что там Арсенал. Там Арсенал. И в этой встрече мы посмотрим, как же сможет себя проявить наш молодой... Как его зовут, кстати? Руи Серао. Правый фланг. Кто выйдет направо? Направо выйдет у нас Джеймс Форест, конечно же. Агер. И Лори Фленаган Гатагов. Посмотрим, справится ли молодая оборона. Ну, за исключением Даниэля Агера, конечно. С напором Байера. Ну, во всяком случае, Стиви Джи им будет помогать. Аллен. Сусо. Так, здесь все. И на замену, конечно, бы Барини. Так, Каутинья. И все, наверное, да. Остальные пусть будут. Поехали! В гостях играем в Германии. Байер против Ливерпуля. Обеспечили уже себе выход из группы. Посмотрим, обеспечим ли первое место. Ничего себе. Руи Серао. Сразу же прорывается. Дани. Жерард. Мигелюшка. Нет. По центру. Сместился, да, в центр. И сразу здесь опасность. Против Агера не было ли здесь нарушения? Я считаю, что нет. Подбор за Байером. Сослан Гатагов вернулся, перехватил. Сделал неточную, по крайней мере, думалось так, передачу, но получилось удачно. Аллен. Да не. Помнится мне, когда он только приехал в Россию и только начал себя проявлять в московском Динамо. Все как один наши русские комментаторы называли его Дани. Но потом что-то изменилось и начали его называть Дани. Руи Серао. Себя берет. Это здорово. Не боится. Подача. Слет у Джо Аллен. Красивая атака. Перехват от Гатагова. Заброс. Дани. Уходит, уходит дальше. Что будет делать? Будет бить. Хороший удар. Угловой. Джерард будет подавать. Навес. На Руи Серао. На самого высокого, да? Сусо. И Лори. На Сусо. Ох. Все-таки вне игры. И передача шла не на Серао, а дальше на Сусо. Но, по крайней мере, Серао заметен. Я бы не сказал, чтобы он выпадал из игры. Джеймс, неужели успеет? Джеймс, чуть-чуть. Но у него скорость великолепная. Заброс шел такой планирующий. И капелюшечки не хватило. Мини, а нет, Рейн, конечно же. Аллен. Сусо. На Алина не точно. Агер здесь справился. Джерард остановился. Но он видел, что зона закрыта. Не стал лезть туда. Здесь мяч в пользу Ливерпуля. Фленаган. На Агера, дальше Ален. Ален, что ты сделал? Привез им гол, да? Своей команде. Если бы не Агер сейчас. Гатагов на Дани играет. Не точно.
угловой от ноги Гатагова. Вес, ой, Джеймс здесь каким-то образом умудрился выиграть борьбу. Джеймс Форест невысокий. Опасно. Опасно. Штанга. Повезло сейчас Ливерпулю. Да они... Ох, ошибка очередная. Не могут выйти из обороны игроки Ливерпуля зачастую в этом матче. Интересно. Сусо. Джерард. Обратно на Сусо. Снова Джерард. Подача. Сирао. Пенальти. Нет, штрафной. Вот это разыграли. Сусо. Долго, долго, долго думал испанец. Контратака. Агер. Вновь Сусо. Сирао. Далеко отпустил мяч. Неужели травма молодого нападающего? Вот этого не надо. Да что ж такое? Перелом локтя. Боже ж ты мой. Ладно, у нас есть Луис Альберто. Но ё-моё, что с нашими центральными нападающими происходит? Я вспомнил историю Неймара, да, на чемпионате мира. Это перелом позвоночника. Ну, это громко сказано, конечно. Перелом одного позвонка там не такой страшный, конечно. Но все равно играть он не смог больше на чемпионате мира. Ух ты, Гатагов, это Гатагов, друзья! Штрафной будет и желтая карточка. Или пенальти даже. Судя по возгласам трибун, по-моему, это пенальти. Сослан Гатагов. Ну-ка смотрим. Ну, не знаю. Сейчас увидим. Да, это пенальти. Стивен Джерард готов забить очередной гол. И капитан забивает. 1-0. Ливерпуль вновь впереди, несмотря на все проблемы, да? Сон. Этот кореец, конечно, опасен. Смотрите, что творит. Навес. Снова у Сона мяч. Еще навес. И Лори дважды подряд выигрывает борьбу. Аллен. Джеймс увидел Дани. Точный заброс. Да, Никола в другую сторону совершенно развернулся. Неудачный финт. Заброс. Сон снова против Фленагана. Рукой сыграл Агер. Пенальти нет и не будет. Шанс. Шанс у Байера. Гатагов. Снова Гатагов. Я же говорю, пусть молодые игроки наши прочувствуют Лигу Чемпионов. Ох, потеря какая. И Лори. Нет, это Джерард, кстати, ошибся. Форест отработал. Дани. Мигель на финте. Дальше Аллен. Поддерживает атаку. Джо Аллен. Навес. Не точно. Леннеган. Стиви. Суса. Снова Джо Аллен. Луис Альберто. Да, не слишком легко хотел. Примитивненько сыграл. Ну что ж, первый тайм. Давление Байера ощущается, но гол забил Ливерпуль. Травма нашего молодого Сирао, Руи Сирао. В первом же матче в основном составе он получает тяжелую травму. Перелом локти. Да. Может быть, и не стоило его выпускать в такую битву.
итоге поломали нам парня. Кто знает, может быть, это такая травма. Кстати, у меня тут гроза, друзья. Если вы сейчас слышали гром, и вот сейчас тоже. Сразу говорю, это у меня тут за окном неожиданно так гроза пришла. Луис Альберто. Офсайд. Нет, нет, есть все-таки офсайд, но я видел, да, что положение вне игры все-таки было. Чуть-чуть, но Дани был ближе к воротам. Байер продолжает свои атаки. Вот это шанс! И Лори Агер. Защита сегодня действует как, а? Жерард Форест. Джеймс может разогнаться так, что его не удержать. Не позволили ему разогнаться. Сусо, Дани успеет к мячу. Дани успевает. Рикошет. Но Лено не дернулся в другой угол. Это его спасло. И Лори. Дани. Дани одного прошел, второго прошел, третьего прошел. Дальше идет. Забегает Луис Альберто. Получает мяч. Надо забивать. Попадает в штангу. Можно сделать замену. Кто у нас здесь есть? У нас есть Барини. Давайте вместо Дани выпустим его. Также замена и у Байера. Сэм вместо Круза. Ну а Луис Альберто должен был забивать здесь, конечно. Дани его вывел на идеальную позицию. Аллен. Луис Альберто вновь. Луис Альберто, ну здесь уж. Просто, не знаю, море времени, куча времени. Бесконечное время у него было, чтобы принять решение. И он внутренней стороной стопы посылает мяч мимо вратаря. Переиграл здесь защитника, оттеснил его корпусом. Ну, в общем, да, есть у нас замена и еще. Луис Альберто, допустим, может заменить Стариджа в случае чего. Но это, конечно, не дело, что у нас форварды ломаются один за другим. Рейна. Вот, несмотря на все давление, да, Байера, до Рейна-то мяч почти не доходил. Все время блокировались удары. А здесь! Ну, здесь не заблокировать. Уже! Здесь уже Рейна! Каков Рейна, а? Вот только вспомнили про него. Сразу он сыграл. Причем так уверенно. Не, у нас... Я за вратарскую позицию спокоен. Смотрите, что делает. И здесь спас, но... Добивание. Добивание Фленаган проморгал. Проморгал. За вратарскую позицию я спокоен. У нас второй номер очень надежен. Ну и Миньоле талантливый бельгийский голкипер. Джерард, ну что ж, не все еще решено. Это матч 2-1. Шанс у Барини. Алину нужно возвращаться. Возвращаться Алину, да? Вернулся Джерард. Сусо! Лено! Возможно, ударение, кстати, неправильно ставлю. На фамилии этого хорошего голкипера Байера. А вот в пользу Ливерпуля. Сейчас можно поджать, не пускать их. В принципе, постараться. В атаку. Джеймс Форест. Плохо. Луис Альберто. Дальше. В одно касание. Все. Сусо. Аллен ошибся, да? В этой перепасовке. Заброс. Сон. Против Ленагана. Уходит. Навешивает. Опасно. Рейна. Полет Супермена просто.
Полет испанского супермена. Смотрим. Какой пас на дальнюю штангу, а? Рейна, не щадя ни себя, ни своих, ни соперника, выбрасывается на этот мяч. Еще шанс! Смотрите, что делает испанский голкипер наш. Еще удар. Непробиваемый сегодня просто. Ох, какой заброс хороший. Луис Альберто. Догони же. Хорошо. Марини. Слишком просто. Слишком медленно. Но мало играет Барини. Не будем от него требовать слишком многого. Не в форме. Он не в форме. Мы его вообще продавать хотели, я напомню. Но чудом никто его не купил. У него появился шанс еще за этот сезон. Точнее, за полсезона, да, показать себя в Ливерпуле. Кстати, я его даже раздумываю уже продавать. Для резерва он вполне-вполне нам подходит. Барини снова на скорости. Сусо. Долго. Успел как-то проникнуть между мячом и защитником, а дальше не решил, что делать. Агер. Стиви Джи подустал уже. Сусо. Барини. Сусо. Прессинг от Ливерпуля. В каждом матче, да, я это говорю. Прессинг от Ливерпуля. Но действительно, большими силами. Правда, вот такие контратаки могут возникать. Заброс. Вынос. Луис Альберто. Джерард. Луис Альберто. Луис Альберто. Нет. Вот. Напоры и страсти Суареса и Стариджа ему, конечно, не хватает. Но он и не центральный нападающий. Отличный подкат. Великолепный подкат. Заброс на Барини. 2 минуты арбитр компенсировал. Я думаю... Уж ничью-то мы не упустим, но нужно додержать и победный счет. Обеспечивает тем самым себе выход с первого места. Мячу вместо Кислинга. На вес будет, да? Скидка! Удар 2-2. Все-таки не додержали, но вот сейчас Байер продемонстрировал, как он умеет разыгрывать мяч. Атака идеальная. Все по нотам. Браво, смотрите. Вес, скидка, Агер не успевает. Здесь в подкате летит Фленаган. Но Сона это вообще никак не волнует. Он посылает мяч в угол. В итоге 2-2. И сразу финальный свисток. Ну что ж, ничья. Может быть, кстати, мы даже с этой ничьей первое место-то займем. В любом случае. У Байера больше ударов. Но я напомню, у нас был резервный состав в этом матче. Еще и травма, кроме всего прочего. Смотрим, насколько же... Вот здесь посерьезнее. Уже травма на 2 месяца. Ну что ж, Луис Альберто. Вся надежда теперь на него. Да уж. Два нападающих у нас травмировано. Что-то с чем-то вообще. Два центральных причем. Уотфорд. Следующий наш соперник. Что у нас здесь? Рейна, конечно, здорово сыграл. Даже не знаю. Но нет, Миньоли остается основным, безусловно. 1 очко у нас. 1 очко. 2-е место. Кстати, что у нас в Лиге Чемпионов? Давайте посмотрим. Здесь мы движемся к финалу потихонечку. В четвертьфинале уже играем. Нет, смотрите, мы еще не первые. Не до конца, по крайней мере. Хотя по разнице мячей 8, а у Интера 0. Я думаю, что все-таки мы первые. По идее, на группу D, да, мы выходим. На Челси. Ой-ой-ой. Не хотелось бы. Но и Атлетику не лучше. В плей-офф не может быть легкого соперника Лиги Чемпионов. Увидимся в следующей серии. Не забываем про лайки и комментарии, друзья. Это всегда радует ведущих.
стримов и авторов канала. Я обращаюсь сейчас не только к зрителям видео, именно еще и тем, кто смотрит прямые эфиры. Поддерживайте лайками, и будет только больше и лучше контента на нашем развлекательном канале. Увидимся. До скорого.